Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас крайне удачные и очень бюджетные покупочки с Яндекс.Маркета. Много всего интересного, оставайтесь со мной до конца. Первое, что хочу показать, это вот такой вот термометр домашний с временем, с температурой и с уровнем влажности. У меня именно таких никогда не было. Отзывы неплохие, цена бюджетная, поэтому решила взять. Он работает от батареек, что для меня было важно, потому что у меня есть небольшой такой приемничек, неприемничек. В общем, часы стоят в зале, они разряжаются, их надо каждый день заряжать. Очень такие вот они по аккумулятору слабенькие. И поэтому решила взять именно такой прибор, который заряжается от батареек. Пока буду вам его открывать, расскажу, какие плюшки, фишки есть на Яндекс.Маркете. Я вообще безумно в последнее время люблю этот сервис. Почему? Ну, во-первых, потому что кэшбэк. Выбираете каждый месяц любимые категории, получаете повышенный кэшбэк, и так кэшбэк на все. А приходит он бонусными баллами, которыми вы потом можете оплачивать заказы. Это мега выгодно. Нигде такого нет. Много-много очень плюшек в личном кабинете. Есть даже определенные задания, которые вы выполняете. А можете не выполнять, они там прямо автоматически выполняются, очень, очень легкие, за это даются промокоды. Вот у меня недавно попался промокод на 500 рублей на доставку еды. Ну, приятно же, приятно. Поэтому ништяков много. Есть еще очень прикольный сервис. Я в предыдущем видео вам рассказывала о нем. Это Market 15. То есть вы заказываете товары, они приходят на склад, вы получаете оповещение. И в любой удобный момент в течение 3 дней оформляете доставку. Доставка по клику называется. А параллельно можете заказать продукты из Market 15, и вам привезут все вместе, не надо будет платить за доставку лишний раз. В течение нужно курьерскую доставку при оформлении заказа выбирать. Нажимаете курьерская, не пункт выдачи, а курьерская, да. И когда заказ приходит на склад, вам потом сообщают об этом. И вы выбираете доставку по клику. То есть выбираете, допустим, хочу там завтра такого-то числа, во столько-то времени. И то есть плюс-минус 15 минут вам курьер в это время все привозит. Не нужно сидеть ждать с утра до ночи доставки. И так далее. Так, слушайте, здесь даже батарейка в комплекте. Вообще чудеса. Я прям батарейками запаслась. Это просто великолепно. Одна. От одной батарейки работают. Какие-то китайские инструкции, но оно и понятно. Как же тяжело-то извлекать. Вот такие вот упаковки прям не люблю. Вот как это дело все выглядит. Так, это у нас наклейка тут спереди с вот этими циферками, я так понимаю. Наверное. Пленочка здесь тонкая. Да, наклеечка такая. Пленочка тонкая. Мы ее с вами убираем. Сзади вот такой разъем можно, кстати, повесить. Вот шурупчик здесь есть такой разъемчик. Можно поставить, можно повесить куда угодно и наслаждаться. Батарейка вот в комплекте тоже пришла запакованная. Прям вообще сервис на высшем уровне. Так, вставляем. Сейчас. Ой, подставка есть, слушайте. Ну вообще за такие деньги такой функционал. И что-то пиликнуло. Как мне подставку извлечь? Мне кажется, здесь сзади это подставка или что? Я не пойму, как это дело все. А, вот они, ножки. Вот подставка. То есть можно поставить. Ну, вообще огонь. Кнопочка какая-то тут сзади. А, Цельсий или Фаренгейты. Вот тут прям маленькая черная кнопочка, где мы выбираем. Так, ну, время, конечно, надо установить. Температуру, влажность пока вот такую показывает. Я его сейчас поставлю, посмотрим, что изменится. Ну, все, Света играться начала. Все, наигралась, установила время, температура повысилась, да, у нас действительно дома жарко, охотно верю, 86% аж влажность, но это прям вообще, не знаю, как проверить, девчонки, но 86% это классно, круто. Так, едем дальше, для крестюшки взяла вот такие вот умные пазлы, тоже копейки, 24 детали, 8 цепочек, крупные детали развивают мышление, логика и так далее. Мне интересно очень, что они себе представляют. А, ну вот, смотрите. Это вот такие вот плотные карточки, которые я половину растеряла. Вот один собранный. Оп, оп, что становится с цветочком? Да, они прям толстенькие. То есть картон очень толстый, классный. Ей очень интересно будет собирать, потому что она даже сейчас мелкие Ксюшины. Она прям с удовольствием собирает их. Ей любопытно, очень интересно. Поэтому, думаю, зайдет. Здесь у нас цветочки, времена года различные, тут есть вот птички какие-то, красиво выполнено, красочно, тактильно приятно, цыплятки тут у нас, домики какие-то, ну, в общем, интересно, ребенку будет интересно однозначно, их достаточно много, 24 детали, во, здорово вообще, поехали дальше, расческа,
расческа девчонки, про которую я уже в Телеграм рассказывала. Когда последний раз ходила на стрижку к своему парикмахеру, она мне сказала, что сейчас у нас, говорит, все девочки, ну, специалисты, парикмахеры переходят на расчески улитки. Именно улитки. Они не дерут волосы. Такая прям этикетка мощная. Они не дерут волосы. То есть, смотрите, именно вот такая вот улиточка и круглая. Вот именно они волосы совершенно не дерут. А так как у меня всегда проблема просто расчесать Ксюшку, мне кажется, это даже не снимется. Это прям надо резать и ломать. Проблема великая до сих пор, хотя ей уже 10 лет, расчесать ее, это прям вообще, у нее очень сильно путаются волосы, она не любит, когда их трогают и так далее. Поэтому заказали, попробуем, попробую ее расчесать, вам отзыв оставлю. Видите, она вот такая даже подвижная за счет того, что именно улитка. Вот именно такой формы, именно такой, потому что есть две улитки, есть квадратные, есть просто какие-то загогулины, прорези, зигзаги, нет, не то. Вот именно таким образом. Интересно, на самом деле, как это работает, попробую и расскажу вам обязательно. Так, дальше поехали. Впервые я решила попробовать, заказала себе вот такие тампоны, Сиола, что ли, бренд. Очень бюджетный, кстати, девчонки, кто пробовал, напишите. Здесь 16 штук, нормал. Хоть глянуть, как они выглядят. Но мне кажется, по сути, будет то же самое, что и было. Я даже уверена. Ну, в принципе, да, по сути, все то же самое. 16 штук, бюджетно, классно, здорово, замечательно. По еде пройдемся. Я уже вам показывала, но в Дзене, наверное, в основном, что вот этот вот бренд, как он правильно называется, 20 минут готово, здесь вот 45 минут готово. Кто у нас производит, я не знаю. Торговый дом Ярмарка. Довольно бюджетные и очень неплохие блюда. Что вторые, что первые. Я пробовала уже от них лапшу. Моей семье безумно нравится булгур с овощами. Уже два раза делала. Они прям в восторге. Взяла вот такой суп гороховый. Буду завтра варить. В Дзене тоже ролик короткий сниму. Оставлю отзыв. Здесь классные составы. Горох, колотые овощи и травы сушеные, мука картофельная, картофель, морковь, лук репчатый, лук зеленый, чеснок, лавровый лист молотый, перец черный молотый. Все. Никаких консервантов, усилителей вкуса, ей и так далее здесь нет. Пачка вот тут прозрачная, видите, и все видно. При покупке двух штук цена очень выгодная. В принципе, можно взять только от двух штук. Некоторые позиции так бывают, встречаются, да. И цена очень выгодная, получается, по 90 с чем-то рублей, дешевле всего вот на Яндекс.Маркете. Так, дальше, девчонки, что покажу. Тюль. Я заказала новую тюль. В зал тюль, он мой. Или заказала новую тюль. Как правильно, девчонки? Тюль, он мой? Правильно? Штора буду говорить, короче, чтобы не ошибиться. Потому что в прошлом году еще девчонкам жаловалась, что у меня в зале такая противная тюль. Она не гладится практически абсолютно. Ее, чтобы выгладить, нужно измучиться. Она сильно очень мнется. Даже при стирке с огромным количеством кондиционера я люблю вот постирать и развесить. И чтобы она была гладенькая. Но вот этот материал такой противный, и она светло-бежевая. Я ее не хочу. Я захотела ее поменять. Взяла беленькую. Тоже очень дешево, в районе 500 рублей. Размер 280 на 250. 100% полиэстер. Вот такая вот беленькая тюль. Вот такая тут картиночка. Мне в зал как раз хватит. И вот я хочу простернуть и повесить. Я вам все покажу обязательно. С кондиционерчиком, чтобы аромат стоял на всю комнату. Но вот из упаковки она вылезает практически не мятная. Тюль со шторной лентой, поэтому в этом плане все отлично, но в то же время можно надевать на палки. То есть посередине здесь есть, ну, прям вот на саму палочку, у кого такие есть карнизы, да. А так вот она практически не мятая вылезает. По качеству подшива, пошива, все отлично, ровненькая строчечка тут внизу, вот как бы все замечательно. Сбоку тоже придраться не могу. Все хорошо. Вот прям хорошо-хорошо. Красиво, беленькая, запах новой тюли, приятный очень. В общем, сейчас с кондиционером простерну, посмотрю, помнется она, не помнется, вам расскажу тоже потом. Если помнется, придется гладить, но что делать? Показываю вам до тюль, видите, она такая бежевая. Бежевая у нас тюль, и уже свое изжила. И безумно тяжело гладится просто, безумно тяжело. В общем, до. Ну и после. Мне гораздо больше нравится, когда здесь беленькая. Прям красота. И, кстати, не гладила, не отпаривала. Вот так она вылезла из машинки с большим количеством кондиционера. Ну, прелесть же. Прелесть. Все отличненько. Тоненькая такая вуаль.
По длине все замечательно тоже, от той стены прям до сюда, как нам надо. Ну, в общем, я довольна. Классно. Самое главное, что ее легко стирать. То есть ее не надо потом гладить и отпаривать, она вылезает вот так. Я ее мокрой прям повесила, но она уже высохла практически, но очень легкая. Вот, я ее мокрой прям повесила, и все, и она ровненькая, все замечательно. Вот вечером виднее, кстати, когда стемнеет. За окном уже видно, какая она хорошенькая, беленькая. Поставила в зал, это наши старые часы, вот, которые без конца заряжались от зарядки. Вот теперь с батареечками. Так гораздо спокойнее мне будет. И, кстати, да, проверила влажность на тех, не влажность, температура совпадает. Температуру показывают правильно. Ну, а влажность, мне кажется, тоже правильно. 37 для квартиры вполне себе. Сегодня будем доставать увлажнитель. Вот Ксюшка попробовала расческу, сказала, вроде не дерет. Классно? Угу. Вообще не дерет? Ну, вообще недавно дерет. Хорошая. Понравилось? Ура! Больше не будешь противиться расчесыванию? А? Иногда буду синий. Зачем? Синий нет, с этой не сравнится. Ну, это типа Tingles, это как ее самая синяя у нее. Ну-ка, повернись задом, у тебя сзади в основном спутанный. Давай вот тут тест-драйв. Да ладно. Слушай, вообще не дерет, правда? Потому что сзади у нее всегда очень спутанная, и расческа застревает. А сейчас вот я провожу, и она не застревает. Слушайте, правда, есть какая-то... Вот тут чуть-чуть сейчас застрял, чувствовала, да? А так все. Какая-то хитрость все-таки в этой улитке есть. Однозначно. Классно. Держи. Ехали дальше, взяла набор вот таких вот маркеров для доски. Они называются маркеры для доски. Это маркеры на водной основе. У них есть магнитик и есть стиралка. Как раз для книжек «Пиши, стирай» для Кристюши. Она безумно любит, но постоянно забывает надевать колпачок на маркер или где-то его теряет. Сейчас, слава богу, уже их не ломает. А то раньше вот эти наконечники прям вытаскивала из маркеров и все. Одноразовые они у нас были, сейчас нет. Рисует с удовольствием, поэтому вот такой набор взяла. Очень бюджетненький. Так, дальше что у нас интересно? Лапочка, любимая наша серия для подмывания, для купания. И крем, и эмолент из этой серии нам безумно нравится. Средство для подмывания младенцев 0+, объем большой. И самая бюджетная цена была на Яндекс.Маркете. Взяла в запасе, потому что у меня еще есть небольшой запас, пусть будет еще одну штучку. Так, дальше, девчонки, очень интересная, красивая штучка для дома. Я такие вещи люблю, бюджетненько. Я то всю травку везде зелененькую искусственную расставляю, а здесь вот такой вот цветочек. Я не помню, кстати, как он называется. Ну, по ссылке посмотрите. Но он очень классно выполнен, прям отзывы хорошие были, что он прям смотрится как натуральный. Я раньше не любила искусственные цветы в принципе, и тем более дома. А сейчас мне вот хочется расставить зеленушечки, особенно когда лето прошло. А зелень, она всегда радует глаз. Расправляем цветочек. Здесь вот такой вот милый горшочек, кстати, достаточно тяжелый. Внутри, как обычно, вот таких цветов пенопласт. И сверху вот такая вот газонная травка зелененькая, красивая. Классно, мне нравится. То есть всего здесь вот таких получается 5 веточек. 4 по бокам, 1 в серединке. Листики тоже можно расправить, вот так все подзагнуть, красивенько обыграть. И будет просто супер. Куда поставить, пока не решила. Но знаю, что обязательно место для этого чуда найду. Потому что прям красивенько. Все листочки расправлю, поставлю и покажу. А вот сюда поставила цветочек. Листики расправила. Он у нас теперь на кухне, на подоконнике стоит. Кажется, очень красиво, миленько. Прям мне нравится. Хорошенький цветочек. Прям классный. Так, ну на этом все, мои хорошие. Все ссылки, как всегда, оставляю вам в инфобоксе. Промокод на первую покупку тоже оставляю на скидку 10% в инфобоксе. Ну и вообще всю полезную информацию смотрите, заходите туда. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Впереди нас ждет еще много интереснейших роликов. Всех люблю, целую, всем пока-пока.